Матильдочку отмыли, оттерли, очистили. Сегодня она вернулась из сервиса. Нужно будет заменить лампочку. Смазать цепь, потому что на цепи я проехал 2000 километров. Пару раз ее там смазывал. Вот. Такая вот она у меня красавица вернулась. Все починили, все заменили. Я доволен. Она тоже довольна. Сейчас будем ковыряться дальше. Вот сейчас будем вот такую вот супер лампочку ставить вот сюда, в эту фару. С этой лампочкой хоть можно ездить по ночам. И очень даже быстро. Потому что галогеновая лампочка вообще не дает никакого света на индийских ночных дорогах. Поставили цоколь от этой лампочки. Сейчас мы ее вот сюда поставим, и все будет хорошо. Ну вот так вот это выглядит. Ставится пыльник, а потом туда вкручивается лампочка радиатором наружу. Говорят, что такие радиаторы забиваются пылью, но посмотрим. Так, проверяем, горит ли она или не горит. Лампочка горит. А дальний свет? Дальний свет тоже горит. Вот такой вот у меня метеорчик. Урчит как кошечка. Ну и задние я вот на светодиодные поменял вот на такие вот. Сейчас крышечкой закрою, закручу, и будет все работать. Вот, все мигает. Все светится. Матильдочка готова к новым приключениям. Ой, красавица какая она. Еще один момент. После сервиса просил заменить вот это стеклышко, потому что оно тоже после аварии коцнулось. Ну и смотрите. Вот они продели тросик газа. Вот почему-то вот так вот они это видят. Сейчас будем это все дело снимать и ставить заново. А еще тут есть вот такой вот набор инструментов, чтобы дороги починять. Предохранители вытаскивать, ключи всякие. В такой вот фирменной упаковочке. Вот это для смазки цепи. Ой, смазки и чистки я обувную щетку обычно использую. У нее ворс очень мягенький. И она прям хорошо все очищает. Ну вот, все работы проведены. Матильдочка готова к новым приключениям. И я, собственно, тоже.